Инвестиционный фонд Барри Сильберта планирует распродавать новую криптовалюту BCC. Как сообщает Bitcoin.com, фонд Grayscale Investments из Bitcoin Investment Trust планирует продавать токены BCC, принадлежащие трастовому фонду, тем самым извлекая выгоду в пользу инвесторов и держателей доли фонда. Решение о распределении будет принято только после тщательного мониторинга BCC. Однако в компании заявляют, что из-за неясности ситуации на данный момент такой план еще окончательно не утвержден и может измениться.